Именно платье делает нас женщиной. В нем чувствуешь себя иначе, нежели в брюках. Беззащитнее и зависимее от сильного пола. Поэтому в гардеробе надо иметь несколько платьев, надев которые хочется перестать заваливать на себя проблемы и ощущать себя ломовой лошадью. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Представляем вам платье для солидных дам. Это платье удлиненного свободного кроя, которое подойдет практически для любой фигуры. Такая модель – это стильное решение для пополнения любого гардероба. Платье подойдет как для повседневного, так и для офисно-делового и даже праздничного ношения. Эффектное платье с косами по плечам визуально вытягивает силуэт благодаря отсутствию горизонтальной линии талии и плечам другого цвета. Линия подола имеет свою особенность. Платье заужено снизу, и сделали мы это в виде четырехгранного фонарика. Резко зауженный подол не мешает ходить, но создает эффект юбки-баллона. Платье с объемным и надутым низом – эта особенность отлично скрадывает полные бедра и живот, но не делает фигуру прямоугольной, как в платьях с прямой или расклешенной юбкой. Спереди платье напоминает классический реглан, что еще больше подчеркнуто за счет разного цвета рукава и переда. Сами рукава декорированы косами, расположенными не традиционно посередине плеча, а параллельно линии реглана. Сзади платье выглядит как платье с кокеткой, и сделано это, чтобы показать переплетение кос, идущих от рукавов, чтобы отвлечь от неидеальных бедер. Но можно спинку вязать в однотонном варианте, и тогда сзади платье будет выглядеть еще более эффектно. Несмотря на то, что модель выглядит как скромное платье, так как не имеет рюши, ярких элементов, расклешения, многослойности, платье очень элегантно по своей простоте за счет идеальной посадки на неидеальную фигуру. Отделка минималистична. Это классическая круглая горловина, манжеты и планка по низу, выполненные резинкой. Платье идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Под него можно надевать дополнительные теплые вещи. Мы вязали его из мягкой пушистой пряжи, которая очень приятна к телу. В платье очень много изюминок, в том числе два цвета и обвивающие рукава 4 ряда кос, которые визуально вытягивают фигуру, уводят взгляд от проблемных мест. И в результате силуэт не требует от своей обладательницы идеальной фигуры. Прямой или свободный силуэт отличает свобода движений, так как платье не обтягивает фигуру, не показывает ее природные неровности. Это отличный вариант для отдыха и на каждый день. Ведь такая одежда не будет стеснять движений. Несколько рядов кос, которые обвивают руки и соединяются под углом на спине, это нестандартный крой. Все моделирование, которое выполнено на основе простой выкройки реглан в программе Knit Styler. Чтобы вы могли вместе с нами провязать такое платье, необходимы начальные навыки владения программой Knit Styler и начальный уровень вязания. Умение вязать кулирку без сброса петель, умение выполнять косы 3 на 3. Конечно, это платье можно связать и без применения программы Knit Styler, но это будет достаточно долгое, утомительные расчеты, потому что здесь очень нестандартные приемы моделирования. И если программа Knit Styler для вас не знакома, приглашаю вас на наш интенсивный курс Knit Styler за 5 дней, после которого вам будет понятно моделирование как этого платья, так и многих других сложных фасонов. Ссылка на оплатники находится под этим видео.